Что там, есть прогресс? Ага, гений. Почему так долго? Ну, хотя бы минус готов. Ладно, текст может подождать. Джемим? Слушай, Рен, дай природе вдохновить тебя. О, а почему бы тебе не написать об этих прекрасных коровницах? Мы не будем снова петь о лягушках. Это жабы! Чувак, послушай, как цикады качают. Ты знал, что они 17 лет сидят в земле перед тем, как вылезти? Давайте закопаем его. Вдруг что-то напишет наконец. Простите, ребят, мне нужно срочно домой собирать вещи. Билет не забудь. А, да. Простите. Знаю, мы должны были дописать песню. Да ладно, пустяки. Я все равно текст не доделал. Разберемся. Ага. Пока. Блин, ну и как мне собрать эту крошку? В общаге разве барабаны разрешены? Увидим. Беспокойся лучше о Рене. Где он найдет участников группы лучше нас? Слышь, у кого ключи? Чувак. Ай, что? Группа из одного все равно будет лучше. Ай. Окей. Готов. Похоже, на этом все. Удачи с учебой. Они так быстро растут. Я буду скучать. Я скоро расплавлюсь. Так что ты там собрался изучать? Ха, плевать. Город зовет меня, чувак. Ну да. У этого парня ничего не выйдет. Дело не в дипломе. Дело в общении с людьми. Я заведу столько новых друзей. Может, даже вступлю в новую группу и забуду о вас. Да брось. Нас невозможно забыть. Ну-ну. Чувак, я знаю, что ты музыкант-перфекционист. Но не заставляй 17 лет ждать эту песню, лады? Ну все. Пора ехать. До встречи. Типичный баг. Притворяется, что ему плевать. С виду он был только рад побыстрее уехать. Рен, он просто так шутил. В чем вообще смысл заканчивать песню без группы? Мы тебе не нужны. Ты ведь пишешь песни уже целую вечность. Ты в этом мастер. Я думал, что мы команда.
это кажется вечным.